Это члены сборных команд страны, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, победители международных турниров. В рамках церемонии опытным бойцам спортивного фронта вручили новые награды. Обладатель 3 серебряных олимпийских медалей, саночник Альберт Демченко, который занимает пост главного тренера национальной команды, и президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший на Сочинской Олимпиаде 2 золотые награды, получили медали за отличие в военной службе первой степени.